Макс понял, что он попугай летающий. Да. Вот такой попугай, Макс. Давай я тебя почешу. Давай, твои крылышки почешут. Давай, под крылышками почешем. Крылышки расправим. Давай, второе крылышко. Вот так. Крылышки наши, крылышки. Скажи, друзья, я всегда вас жду в зоопарке «Сказка». Заходите ко мне. Не поворачивайся. Да. Повернись. Да, я вам буду позировать. Приходите, приходите, приходите. Я вас жду. И не только я, многие другие животные нашего зоопарка. Приходите. Я буду перед вами вот так стоять. Будете меня фотографировать. А еще я очень красиво пою. Вот так. Шикарно. Это невероятно. Утреннее пение попугаев – это нечто. Друзья, я бегу к Амадею. Амадея выводят на прогулку, и он, как истинный царь зверей, осматривает территории зоопарка. Да, у него пока что милое мяуканье, но когда он подрастет, он начнет рычать. Ой, испугался. Малыш, я не хотел тебя испугать. Иди. Иди, Амадей, пойдем. Пойдем. Иди к маме, иди. Да, красавец, красавец. Ты любимец публики. Пойдем, Амадей, пойдем. Пойдем к братьям, пойдем гулять. Пойдешь гулять с братьями? Конечно. Скажи нашим зрителям, приходите, друзья, мы вас ждем. Подписывайтесь на наш канал, у нас очень много интересного. У нас самый лучший в мире зоопарк. Приходите, приходите, приходите и увидите меня лично, познакомитесь. А сейчас я хочу пойти играть с братьями. Пойдем. Но на руках пусть лучше меня отнесут. Ходить хорошо, но я же еще не такой большой. Пусть носят. Тут шланг лежит, ему страшно. А так, вот, теперь мы герои. Теперь мы снова герои. Пойдем, пойдем скорее. И за мамочкой бежим. Амадей умница. Амадей, да, смотри. Догоняй, 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 Амадей. Догоняй, догоняй. Давай, догоняй, догоняй, догоняй.
Нет, не туда. Ну, надо же и там понюхать. Все интересно. Все интересно, Амадея. О, Амадей. Да. И вот Амадей с братьями. Да, детки. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас есть подарок детям. Это москвичи, в частности, Юля Бердичева, передала детям игрушку. Вот я сейчас им дам. Посмотрим на реакцию. Дети, что-то... А ну, смотрите, что там интересно. Амадей любопытный, первый. Нет, все-таки мама интереснее, чем игрушка, но это пока. Так, котики. А вот львята села. Смотри, львята маленькие. Ой, тигрята. Тигрята. Семга. Тигрята, да. Друзья, игрушка пока без дела, но я думаю, что наши детки идет, скоро с ней тигренок разберутся. Ой, какие они хорошенькие. Смотри, Сева маленький совсем. Мяу, говорит. О, тигрята, да? Тигрята увидели посетителей. Таймыр после банных процедур выходит тоже в воду. Вот и Таймыра принесли после банных процедур. Таймыр, а ну смотри, ваши недоеденные завтраки. Интересно? Привет. Нет, не завтракать мы уже не хотим. Никто не хочет а завтракать. Дайте мне, как, пожалуйста, выйти. Все хотят играть. Все иди, хотят. Иди, никто иди, не отпускает иди. Татьяну Ивановну. Слушай, какие они хорошенькие. Опа. Симпатичные. Ну все, надо идти. Гуляйте, веселитесь. Вот детки не отпускают маму. Так, и пришли все ко мне. Так, завтрак не интересует. Амадей. Малыши, скажите, дорогие друзья, приходите к нам, подписывайтесь на канал «Зоопарк Сказка». Мы вас ждем. Очень много новостей. Очень много новинок. Вы всегда будете знать, как мы растем. Приходите. Кто-то решил уже попить водички, набегался, наигрался. И вот наши детки. Амадей, скажи всем хорошего дня. Ждем вас в гости.